К нам тут в подъезд соседка поселилась, женщина молодая. Как-то утром часиков в 12 слышу стук-стук-стук. Стукается это в дверь. Ну, я думаю, что в глазок пялится, надо открывать. Человек полтора часа в дверь долбит. Открываю. Стоит эта соседка. Крупнее, чем в глазке. Вся такая... В пенюаре в женском. Я без пенюара. В строгой одежде. Белая майка, черные трусы. И носки в крупный горох, мелкую дырку. Она на меня смотрит и говорит: у меня утюг сломался. Вы не наладите? Здравствуйте. Я 3 года как с мужем развелась, а утюг у меня немецкий. Я говорю: наладим утюг. Что, дурнее немцев, что ли? Ну, взял инструменты. Стакан сам пошел, он всегда в инструментах. Пришел к ней, сел на диван, делаю утюг. Телевизор не смотрю, там футбола нет, одна эротика идет. Она на меня смотрит и говорит: какие, сосед, у вас руки сильные. Наверное, этими руками вы крепко женщин обнимаете. Я, кстати говоря, 5 лет как с мужем развелась. И тут у нее от пенюара пуговица отлетает, и все ее груди зависают у меня над башкой, как 2 арбуза в сетке. Ну, я вскочил. Ну, мужик я или нет? Сорвал с него пенюар. Нашел в инструментах иголку с ниткой. И пришил к ее пенюару пуговицу от своих старых штанов. На пенюар одела, говорит: спасибо вам, сосед большой. На следующий день, часиков в 9 ночи, сижу, играю в домино сам с собой, выигрываю. Слышу опять стук. Открываю. Стоит опять эта соседка в бальном платье, загримирована вся как клоун, а вместо воротника лисица мертвая висит. Она говорит: у меня в ванной смеситель сломался, испанский. Вы не наладите? Пожалуйста, если можно. Я говорю: наладим смеситель. Что, мы дурнее испанцев, что ли? Она говорит: тогда я сейчас вам все приготовлю и вас позову. Минут через 10 зовет. Захожу я к ней в ванную, а эта соседка, знаете, ведет себя там как женщина совершенно бессовестная. Прям без одежды все свое туловище в ванной разлегла. Кругом свечки горят. Свет, видимо, экономит. А по телевизору опять эротика идет. 2-я серия. Она воды себе в ванную набуровила, лепестков каких-то цветов накидала и лежит лыбится. У нее смеситель сломан, она лыбится. Так наша ветеринарша деревенская лыбилась, когда ей 2 солдата дали в помощники на все лето. Радовалась тогда, не знаю. Я соседке говорю: вы меня, конечно, извините, но у вас же при смыве вся канализация забьется. У вас же стояк многоколенчатый и наклон лежака на слабый уклон. Она говорит: ах, пусть все забьется. Я 7 лет как с мужем развелась. Надеюсь, сосед, вы знаете, что мне сейчас больше всего надо. Я говорю: конечно, знаю. Она говорит: тогда разденьтесь. Ну, я майку снял по самые трусы. Ну, жарко, ей же валяться, мне же смеситель делать. Ну, сижу, делаю смеситель. Она ногу свою из ванной достала и мокрую на спину мне ее взгромоздила. Я думал, может, залезть, достать что-то хочет сверху. Нет, лежит, лыбится. Ну, доделал я смеситель, она мне говорит: может быть, вы теперь, спаситель мой, спинку мне потрете? Я 9 лет как с мужем развелась. А мочалка у меня, кстати, итальянская. Я говорю: можно и потереть, что мы дурнее итальянцев?
Ну, долго не тер. От мочалки что-то кряхтеть начало, стонать, глаза закатывать. Я говорю, все, хватит. Вылазь нафиг, расхряхтись. Доставай свои лепестки да лопухи отсюда. Она какая-то маленько, знаете, взрослая женщина ведет себя как ребенок. Протрите меня, говорит, полотенцем, а то у меня слабость. Здоровая лошадь сама себя вытереть не может. Ну, протер ее полотенцем. Вафельным. Да красна. А покатер она говорит, какие у вас руки красивые. Вот ты ее. Точно как ветеринарша. Была у нас такая. 16 раз замуж ходила. Мужики сбегали от него, как крысы с корабля. И я сбегал с ней, невозможно было ни покурить, ни книгу почитать. Чтоб кровать точила. Ну, любила поспать, одна, видно, боялась. Ну, вернемся к соседке. Она мне говорит, может быть, вы по причине моей слабости меня на руках в спальню отнесете? Я говорю, чего? Она плет на руки внезапно и лежит, как рубероид. Затаилась все. Ну, видно, слабо ее протер. Выскользнула она у меня. Ну да. Башкой об паркет, бас и спит. Я будил бесполезно, крепко спала. Сама потом проснулась, одела свой пеньюар, говорит, может быть, поужинаем вместе? Я 11 лет как с мужем развелась. У меня есть коньяк французский, выпейте. Я говорю, можно выпить, что мы дурнее французов? Ну, по одной буквально тяпнула, она подскочила, как блоха внезапно. Прыг на колени ко мне, морда наглая, и сиди. Она вообще не тяжелая, не больше сотни. Но я же тоже не скамейка, правильно? Сидит, дышит на меня дыханием своим астматическим. И ногами шевелит. Ну, я на ее ноги смотрю. Ну, красивые, конечно, ноги брать не буду. Начало ног красивые. Ну, а шлепалки же у него где-то размер 43. Особенно левая. Может, больше, я ж без рулетки так, на глаз прикину. Тут она внезапно вскакивает, делает мне прием самбо. И падаем мы прямо к ней в кровать. Она говорит, ну теперь ты, догадливый мой, знаешь, что делать надо? Я 27 лет как с мужем развелась. Я говорю, конечно знаю, у вас же с кровати вон две пружины соскочили и висят. Сейчас сделаем. Она вскочила, вон отсюда, хам, не приходи больше. Да я и сам к ней не пойду. Опасная женщина. То на колени прыгать, то смеситель делать мешает. Да ну ее в баню вообще.